Друзья, всем привет! Хочу рассказать о том, как я полирую корпуса своих блоков. Они у меня делаются из дуба, и не нравится мне лаковое покрытие. Я решил их полировать воском. Что для этого потребуется, если захотите обработать древесину таким методом? Обычный пчелиный воск продается, он на любом рынке, там, где медом торгуют, подойдите, спросите, стоит недорого. И скипидар. Любой скипидар. Неважно, какой фирмы, производителя. Значит, что? Купили воск. Берем обычную металлическую там тарелочку, посудину, пофигу, главное металлическую. Крышьте туда этот воск. Начинаете разогревать, растапливать его. Можно делать на паровой бане. Я это делаю обычной газовой горелкой. Разогреваете, он растапливается. Доливаете скипидара. Рецепт я вам не скажу, потому что делаю все на глаз. Опытным путем пришел к этому. То есть перемешиваете. Затем в эту жидкость покупаете вот такие вот войлочные насадочки, набор машинку. Бросаете туда, она напитывается, достаете, ложите, остывает, все, получается такая твердая, вот, пропитанная воском насадка. Берем бормашинку, ставим эту насадку. Покажу сейчас на примере. Вот собираю очередной блок свой. Покажу на его примере. Так, что происходит? Получается, при трении воск растапливается от нагрева и получается впитывается в древесину и в то же время как бы вполировывается. Но чтобы, вот видите, получается как разводики воска. Чтобы его окончательно отполировать, нужно поменять насадочку на другую. Я использую вот такой вот ёршик из ткани.
то можно еще взять кусочек войлока и довести, но получаю уже эффект, видать. Лак я просто не люблю, люблю все натуральное, более-менее натурально, на ощупь классно вообще. Таким же методом, кстати, можно полировать курительные трубки. Когда я делал трубку, тоже себе так полировал, втирал воск. Получается эффект классный вообще. Дерево, кстати, я тоже не морилкой, ничем. Поначалу покрывал морилкой, но мне не нравится. То есть я его просто беру обычную древесину. И, допустим, вот, и обжигаю. Получается классная структура. Ну, а потом полирую. Спасибо всем за внимание. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Также есть ссылки на нем, на мои профили в соцсетях.